Всем хай, с вами Юджин, и мы продолжаем с вами играть в Ori and the Will of the Wisps. У нас с вами пройдено 10% от игры, а это уже третий выпуск. В прошлый раз мы с первой частью быстрее расправились. Я так думаю, выпусков 10 точно уйдет. И сейчас... Внимание, сейчас мы отправляемся на поиски Ку. Ку, наш совенок. С Квалоком мы поболтали уже, и теперь нам надо возвращаться аж вон, вот теперь вот сюда нужно пойти. Мы можем вот отсюда пробраться. Ну-ка, а телепорт у нас работает? Ори в центр, это не то. Нет, у нас не работает телепорт. Короче, просто идем сами. Вспоминаем, какие у нас есть способности. Ага, можем вот так делать. У, блин. Да что происходит? Сейчас, погодите. Так. Это мы можем. И вот это тоже мы можем. Ладно, ничего. Сволочь. Погодите, у нас же эта штука, да, появилась. Точно. Немножко подзабыл. Я давно последний раз просто записывал выпуск по ней. Смотрите. Ребята нам помогают до сих пор. Что они задумали? Они откроют эту дверь. А эта дверь нам поможет? Эта дверь нам чертовски поможет. А-а-а, вот сюда нам даже не нужно. Кажись, не нужно. Хорошо, теперь бы нам как-нибудь... Есть, хорошо. Агась. Так, ну самое просто, получается, пришли. Дабы... забрать секреточку. Стоп! А, ну можно не отскакивать. Хотя, погодите, можно отскочить от него сейчас, чтобы заполучить. Да блин. Вот сейчас он нам поможет. Опа, хорошо. Получили. Давай, говори. Моки. Ты не Моки, я точно знаю. Моки не лопоухие. И вообще наблюдательный. На днях вот карту нашел. Я бы отдал ее картографу Люпа, но у него и так полно карт. Лучше отдам другому, пернатому. Говорят, он раньше любил карты. Может, ему и это понравится? Ты ведь отнесешь ему карту? Я видел его в родниковых полях. Вы нашли новый предмет для задания. На этой карте изображены пунктирная линия и крестик. Ага, это не такая карта, которая нам нужна. Ты мне, я тебе. Пернатый, да, наш друг пернатый, где же он? Пойдемте просто вперед. Упс. Ах ты, скотина, как так? Не смог. Давай. Это ж надо так. Нет? Ух. Стойте. Да что происходит? Стоп, мы уже поговорили с ним? А, нам придется заново теперь получать каждый раз этот квест. Стоп. Я хочу эту штуку забрать. Она нужна мне. Вот. Давай, есть. А теперь нам надо на самый верх. Вот так. Кто-нибудь еще будет нам помогать здесь? Только Дэш нам поможет. Вот он сейчас вылезет. Все, продвинулись. Эй, кто разрушил мою стену? Кто это сказал? Вот, пернатый. Ну же, подойди, хоть погляжу на тебя. Он из такой задницы меня видит. Смотрите, колодец. Родниковые поля. А, вот он уже подошел. Я отсюда могу поговорить? Да. А, здравствуй, дух. Вот мы с тобой и встретились в полях. Слушай, тебе же еще не доводилось бывать у родника?
Говорят, там скрыта старинная библиотека. Надо будет самому там все осмотреть. Глядишь, там и увидимся. Хочешь отточить навыки? А у меня есть на это деньги? У меня нет денег. Будь начеку, дух. Какая алчная страна. Все в деньгах, все на деньгах завязано. Кошмар. Ладно. Собственно, нам нужно... А, ну нам сюда и нужно. Пернатый! А что это у тебя за бумажка? Чирик? А, чирик. Почему чирик? Потому что он чирикает или что? Четкий пунктир. Яркий жирный крестик. Это же карта сокровищ. Готов обменять ее на свою сумку для странствий. А то мне явно понадобится сумка побольше. Сумка для странствий. Вы нашли новый предмет для задания. Эта сумка очень маленькая, но удобная для приключений. Задание обновлено. Найдите того, кто любит приключения, кому нужна маленькая сумка. А, то есть нам нужно просто вернуться, да, к этому? Ведь правильно? Вот ему нужна сумка. Так, это что-нибудь еще скажет? Рад тебя видеть. Нет. Как скажешь. Ой. Привет. Тот ворчливый птиц сказал, что все моки благодарны тебе за помощь. Видно, лопоухость не мешает тебе заводить друзей. Нажмите Е, чтобы поговорить. А, не ему нужна сумка. Окей. А кому что-то она нужна, блин? И точно не тебе. И точно не тебе. Ладно, давайте, может быть, сюда куда-то. Гром. Я уж надеялся, что слухи правдивы, но вот ты... А, не надеялся. Но вот ты здесь. Нивен вновь стал домом для духа. Это ж надо так быстро разделаться со стеной. Да, строитель из меня уже не тот, что прежде. Я дал слово устроить здесь пристанище для всех, у кого... Для всех и каждого, кто пострадал от упадка. Жители полей на меня рассчитывают. Только, боюсь, ничего у меня не выйдет без руды. Нужные материалы были заброшены, когда мои сородичи ушли в шахты. А без них все мои мечты о пристанище пойдут прахом. Будь у меня гарликовая руда, я бы сделал эти поля пристанищем для всех. Окей, давайте. Острые обстоятельства. Здесь повсюду растет лоза с колючками. Вот так выйдешь погулять, а присесть ты и некуда. Помоги мне от нее избавиться. Тогда родниковые поля станут куда приветливее. Это нужно 5. Но у меня всего одна, поэтому давайте, да, купить. Этим я сейчас займусь. Хорошо все-таки строить, только так я могу называться настоящим настоящих горлеков уже почти не осталось. Если увидишь кого-то похожего на меня, берегись. Не все мои сородичи ушли от искажения. Есть и злобные. Прекрасно, сейчас сейвку сделаем. Молодец, так быстро построил. До того, как наш дом поглотили пески, духи чувствовали, что у горликовой... Не понимаю, если честно, руды огромный потенциал. Не знаю, куда ударение делать. Горликовый, наверное, так. Они так и не успели испытать то, что мы для них построили. Но теперь ты здесь, и мы это исправим. Так, все, прости. Рад был повидаться, да, у меня больше ничего нету. Благоустройство полей. Хорошо, нам нужно будет находить эту руду. Нажмите, да, чтобы открыть карту. Выберите колодец духов и держите Space. Больше, в принципе, никуда и не нельзя. Давайте восстановить запасы энергии и сохранить игру. Продолжаем наше путешествие. Ты. Я долго странствовал и пришел в родниковые поля. Здесь просто рай для Мокки. Моей семье здесь понравится, но у нас нет дома. Горлик по имени Гром, искусный строитель. Может, он сумеет нам помочь?
Новое побочное задание. Поговорите с Громом о постройке дома. Хорошо. Ой, блин, прям на шипы. Как бывает же такое. Бывает же такое два раза, три раза. Ну давай. Вот уж сюрприз, так сюрприз. Я не видал настоящей горляковой руды с тех пор, как мы покинули родной дом. Спасибо, дух. Неужели эти материалы вновь в моих руках? Теперь я снова могу зваться настоящим горликом. Я сдержу слово. Родниковые поля станут пристанищем для всех вдали от упадка небесной тени. Так, будь у меня хорошо. Что ж, поля не сразу строились. Так, ну сорян. Ну сорян. Хотя, погодите, у нас было 4, да, по-моему? Нет, 3. Может быть, дом для него будет стоить всего ничего? Копейки? Давайте посмотрим, какие еще, может, проект новый появился. Вот, дом. А, нужно 4. Лучше все как следует взвесить. Да-да-да, ты прав. Ты прав. Черт тебя дери. Сорян. Пока что... Вот ты. А вот и мой покупатель. О да, всегда рад тебя видеть. Твое имя произносит все с большим восторгом. Впрочем, в своих странствиях я слышал немало имен. Имена приобретают мои сверкающие осколки и уходят. О да, все они звучат одинаково. Но возле тебя мои осколки сверкают ярче. Полагаю, следует запомнить, как тебя зовут. Но для этого тебе придется совершить что-нибудь этакое. Осколки, улучшение, хорошо, осколки. Подрезание крыльев, вы наносите больше урона летающим врагам, ага. Сбор энергии, вы получаете из врагов на, так, больше энергии. Хорошо, ну-ка, еще что есть? Еще улучшение есть. Давайте посмотрим. Можем купить стойкость, вы получаете меньше урона на 10%. Вы получаете одну дополнительную ячейку энергии. Давайте меньше урона получаем. Хорошо. Безрассудство выносите и получаете на 15% больше. А. Есть одно место. Там ты научишься извлекать из своих осколков все возможное. Оно находится в роднике. Это старинное святилище духов. Говорят, что в старину духи использовали сразу много осколков. Возможно, получится и у тебя. Родниковое святилище. Нажмите Tab. Утверждает, что здесь есть... Хорошо, но мы, в принципе, вернемся. А это что? Благоустройство полей? Ага, это все, в принципе, тоже. Да. Вот еще один. А, здравствуй. Я пришел из Топи, чтобы полюбоваться на родниковые поля. Здесь и правда красиво, но очень-очень светло. В Топях солнце светит не так ярко. Так что мне приходится прятаться в тени. Вот бы мне шляпу. Например, такую, как вон та, смешная. Но шляпы у меня нет. Нажмите, чтобы поговорить. Хорошо, нужна еще шляпа, да? А, здравствуй. Да, вот та шляпа. Может быть, он даст? Ты дашь шляпу? Нет, не дашь. Ну, хорошо. А здесь нам нужно будет разбить это. Что это? Кто ты? Мотеи. Аж не верится. Настоящий дух в Нивене. Я с ним разговариваю. А вблизи ты меньше, чем я думал, но зато очень ярко светишься. Я лично предпочитаю особо не светиться. Вокруг, знаешь ли, небезопасно. Но тебе повезло. Я уже давненько за тобой наблюдаю. Исключительно, чтобы убедиться, что ты в порядке. Хочешь прочесть мои записи? Эта информация о том, сколько я потратил энергии, это все про меня. Это он наблюдал за мной. Хорошо. Просто статистика. До встречи. И все? Ну, это любопытно. Оп, стоп. Он взрывается? Нет, не взрывается. Ох, какой поток сразу. Это я прокачал, да? Я уже что-то не припомню, если честно. Давайте так, хоп.
Ну-ка, а мы можем сюда выстрелить? Ничего не даст. А вот сюда? Да, нам, в принципе, нужно просто взять и вот так перепрыгнуть. Воу! Ты... Я сначала не понял. Я думал, что это просто какой-то объект. Оп. Так, дайте, надо, можно об его голову, да? Круто. Ладно. Черт с тобой. Что это? Воу, не... Воу! Ох, неожиданно было. Стоп. Так, его снаряды еще дополнительно взрываются. Ау. Так. Есть, хорошо. Да, чтоб тебе. Вообще не спускаемся. Вообще. Ой, мама, мама. Стоп, спасение. Хреновое спасение оказалось. Ладно. Блин, бесит, что приходится сразу несколько снарядов тратить, прежде чем он нацелится нормально. Так, есть. О, как обидно. Вот это незадачка. Ничего не дает пока. В принципе, мы можем пойти наверх. Ага. Ох, понятно, здесь будет довольно-таки много, да? Ой-ой-ой, почему я сжал на правую кнопку? И что-то не понимаю, да не работает просто. Вот, смотрите, сейчас еще раз нажму. Вот теперь сработало, здорово. Сейчас еще и кацанет меня, пока я тут... Есть, сейчас сработало. Я не придумываю, реал, это какой-то косяк. Все, отвалите от меня. Куда я иду? Но это явно не в ту сторону. Давайте пока пойдем по сюжету. Я думаю, нас игра сама сюда направит. Родникс. Воу-воу-воу-воу-воу. А вот и ты. Мой добрый помощничек. Ладно, думаю, я смогу допрыгнуть. Да, без проблем. Смотрите, это какое-то огромное колесо. А, та самая мельница. И это место мы тоже помним. Здесь течет вода из светлых озер. Она дает топим жизнь. Точнее, она текла раньше, перед упадком, до того, как затихла мельница. О, боже мой, нам предстоит еще тот геморройчик. Хотя, возможно, мы с нашими навыками акробатическими легко со всем этим справимся. Что-то я до сих пор не могу понять, что это такое. Кстати, мы еще можем туда вниз пойти. Ладно. Тоже потом сходим. Мокки. Офер. И снова здравствуй, дух. В общем, решил я разыскать эту старинную библиотеку. А ты, говорят, хочешь снова запустить колеса родника? Благородно. Вот только боюсь, из-за этой двери нашим планам придет конец. Она не поддается. А-а. Но это временно. Тихо. Mm-hmm-hmm-hmm.
Так, а здесь никуда. Куда же нам можно попасть отсюда? Может быть, с этими колесами? Нет. Тогда наверх. А потом, если не получится... Не получается. Сейчас попробуем вот отсюда. Раз, два... Так, хорошо. Ладушки. Значит, нам нужно все-таки вниз. Ой, мама. Ой, мама. Да ж, сволочь. Вот отсюда уже не выбраться. Упал на шипы, все, кранты тебе. Вот так поползем. А, это пуляющиеся жало. Да-да-да. О, посмотрите. Вот, мы освободили. Он даже не стал меня ждать, а? Ну что за... Что за... А-ха-ха-ха. Отсюда будет так-то просто убраться. Я поторопился. Поторопился слегонца. Хорошо. Надо прыгнуть как только... Вот. И прямо сюда. Есть. А куда дальше-то? О, блин, это же был хороший выход отсюда. А-а-а, есть! Ну ладно, хоть так. Так тоже сойдет. Окей, входим. Я так понимаю, это что-то типа... Будет долог и труден их путь. Что типа, когда мы в дерево заходили в первой части. То есть нас там ждет жесткая погоня. А, они идут за нами. А Гумо не идет? Нет, идет. Все. Но семье с него... Не свернуть. Вот и мы. Вот мы и тут. Можно с этой стороны, наверное, да, пройти? Ах, красота. У тебя есть карта этого места? Да, есть. Да есть. Как бы нам вот сюда запрыгнуть? Ха-ха-ха. Пока никак. А, блин, да ладно, с такой скоростью начинает крутиться. С такой. Ху-ху. Нацельтесь с помощью стрелочек и нажмите Space, чтобы запустить Ори с крутящегося колеса. А, хорошо. Что-то ничего, он не целится. Сейчас, в принципе, получилось. Есть. Сейчас, давайте еще, нам рано пока что. Надо сюда пойти. А как? Ага. Ладно, потом. Туда попробуем потом пойти. Сейчас на колесо. Я так понимаю, нам нужно будет, да, угадать, да, когда прыгать. Легко. Вообще легко. Стоп. Это можно разбить как-то, наверное. Стоп, еще. А это что? Секрет?
Его можно будет разбить только с другой стороны, к сожалению. Вон! Ага. В общем, тут все дело в освобождении механизмов. И потом финальная активация, скорее всего. Воу. А, это стрёмные, которые... Они искажения не смогли избежать, к сожалению. Вот тебе по щам за то, что плохой стал. Давайте восстановим нашу энергию. Нельзя, к сожалению, только... А, погодите. А-а-а! Ой. О-о-о-о. Раскалитесь! Есть! Это все было ради этого? Твою мать, это было что? Ради этого всего лишь. Это тоже важно. Смотрите, что это? Что это такое? Есть. Выползай, выползай, выползай аккуратненько. Хм, куда же нам надо? Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй. Нам по-любому нужно вот сюда. Блин, как же так? Сейчас попробуем. Попробуем куда же. Окей, мы схватились. А, может быть, вот отсюда по этим палочкам наверх. Точно. Ага, ясненько. Раз, два, три. Нет, просто какие-то органические штуки. Они не будут нападать. Вот. О, какая скорость. Стоп, здесь, кажется, секреточка. Секреточка. Кто хотел от меня секреточку спрятать, не получится. Кстати, на шипы просто нафиг. Еще раз, на шипы. Вот как-то так. Ух. Смотрите, мы уже... Это верхний этаж получается? Нет, еще выше. Вон, вон рычаг. Ладно, ты будешь приставать, я так понимаю. Смотрите, эти шипы уже прям какие-то очень органические становятся. Видите? Это, по-моему, можно сломать. По-моему, эту коргу точно... Нет. Есть! Теперь я смогу по синим вот этим вот цветочкам лазить. Да, видите, вот она, вот она. Это намек. Притяжение. Вы освоили новый... О, нифига себе. Нажмите правой кнопкой возле крюка или синего мха, чтобы переместиться к нему. Нацельтесь на крюк с помощью... Ага, нажмите... Ага. Стоп, а что-то еще можно сделать? Хорошо, нацелился. А, вот так все даже можно.
Ничего себе! Какие мы расстояния можем покрывать теперь? А, и даже на такой мох можно цепляться. О, друзья, это прям очень круто. Давайте хоп. Ой, не то нажал. Хорошо, продолжаем путь. То есть мы можем просто примагнититься к нему. А, нет, те, что подвешены, к ним нельзя магнититься. От них можно только отскакивать. Видите, он даже показывает нам, в какую сторону мы будем отлетать. А к тем, что прям к потолку примыкают, к ним я магничусь. Вот видите, все, и держусь. То же самое касается и синего мха. О, ты здесь. Вот как ты это делаешь? У тебя тоже все эти кнуты есть. Путешественникам в роднике делать нечего. Из-за этих колес меня уже мутит. Не потеряя я здесь в прошлый раз компас, ни за что не стал бы тут засиживаться. Может, поищешь его? Он, кажется, был вон за той дверью. За какой? Сволочь. Это же сложно. Но так и быть. Мы за добро. Окей, побочное задание. Это побочное. Вот. Уи-и-и. Оказалось легко. Погодите, ты украл! Я не думала, что ходить в приключения так тяжко, особенно когда не во что положить. Ого, какая у тебя большая, большущая сумка. Подаришь? Спасибо огромное. Я даже не ответил, но у меня уже забрали. А я тебе тогда подарю свой старый мешочек с травами. Мешочек-то старый, а вот травы свежие-свежие. Хорошо, мешочек с травами это пригодится. Вы нашли новый предмет для задания. Этот маленький мешочек источает терпкий запах. Скоро я отправлюсь в приключение, надо только решить, в какую сторону идти. Столько вариантов. Окей, удачи тебе в твоем путешествии. Воу! Найн! Ни хрена себе, я... Ой, смотрите, еще сверху прилетело мне. Да сволочь. А, да. Мы, кажется, зря это замутили. Ой-ой-ой. Ага. Все, вот оно для чего. Замучено. Ой, блин, как он мог там свой компас потерять? Как? О, нет. О, нет. Так, навалять, навалять. Ладно, это не так страшно. Хоп-хоп, есть. Все? Плиз? О! Ладно. Сейчас мы с тобой быстренько. Ой, к нему нельзя прикасаться так. На, что ж такое? Давайте друг в друга просто швырять. Это... А было бы хорошо, если бы это работало. Стоп, наверх. Есть, хорошо. Хорошо. И по сраке, и по сраке. Есть, все, ну все, ну харе. Отлично. Смотрите. Его заперли здесь. Это старая мельница, настоящий лабиринт. Но мешкать нельзя, путь впереди не близкий. Я хочу обрести знания, а ты починить мельницу. И найти подругу, да? Удачи тебе, не будем терять времени. Молодец.
Оу. Видели так все... Ой, все расплывчато так. Когда камера двигается. Скорей. Скорей. А не будет продолжать? Кажись, нет. Открыли. Мы открыли дверцу. Нет. Сюда. Ой, мельнице явно это не нравится. Отсюда будет... Ой, ёлки-палки. Отсюда вот это прекратится или нет? Кажись, нет. Ладно. Оу. А, ну да, все ж просто. Кнут — это очень крутая фишка. Сейчас, погодите, не будем торопиться. Вот так. Ага. Так, есть. Евгений, ты ювелир, молодец. Опа. Ой, я люблю вот эти вот... Вот это, знаете, сдвиг горизонта. Когда все меняется местами, когда потолок становится полом. Помните игру Лимбо? Прекрасная игра была. Погодите, мы все вернули обратно? Зачем? Пока непонятно, чего мы добились этим всем. Сейчас, погодите, нам нужно в центр. Черт! Да чтоб тебя. Вот. Давайте чуть-чуточку себе восстановим. Окей, здесь только вниз. Только вниз и вниз. Все, я понял. Сюда. Вот еще один рычаг. Я не вижу конечной цели, если честно. Вот мы крутим-вертим. Ага, теперь нам нужно вот сюда. Секундочку. Секундочку. Ага, секунда, секунду. Чуть не подох. Есть. Блин, это прикольно очень. Тихо, 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 тихо. Есть. А, боже мой, боже мой. Скорей. Выпнуть его. Ладно, он не мешает. Ху-ху-ху. А, динамика стала еще больше. Благодаря спайдерменской теме. На тебе, вонючая опухоль. Мы компас, кстати, так и не нашли. Но мне кажется, мы по пути найдем. Смотрим. Здесь у нас горлякова руда. Компаса пока нету, если честно. Ладно. Сюда. О. Погодите, что это? Компас! Железная игла. Вы нашли новый предмет для задания. Короче, если положить эту иглу в воду, она укажет на север. С ней легко ориентироваться на местности. Вот. Задание. Утерянный корпус. Верните. А, я думал, нам нужно будет еще собрать его воедино. Вернуть. Вернуть это всегда, пожалуйста. А-а-а. Стоп. А как вернуть-то? Вот он! Мой компас, наконец-то! Я у тебя в долгу. Вот, держи, больше не в долгу.
Что мне даст? Есть еще руда. Теперь у нас их 5. Мы можем выполнить задание. Утерянный компас. Побочное задание получено. Теперь нам вот сюда нужно. Сейчас. Спайдерменем. Сейчас, секунду. Есть. Замечательно. Библиотека. Ори, в роднике никогда... Ой, некогда была великая библиотека. Знания текли сквозь ее стены, будто вода. Теперь было и утеряно, а вода затихла. Хорошо. Сейчас мы это исправим. Стоп, погоди. Давай. Офер, что у тебя? Легенды оказались былью, дух. Библиотека родника. Ты только взгляни, сколько тут знаний. Тут пару книжек стоит. Но есть здесь еще что-то. Какая-то нечисть. Чувствуешь смрад? Похоже, он доносится откуда-то сверху. Может, сходишь, проверишь, пока я тут читаю? Так, если вдруг нужно будет усовершенствоваться, можно навыки взять. Так, что мы можем с вами? У нас 950. И мы можем взять звезда духов. Вы бросаете вперед звезду, а она возвращается к вам. Шип. Вы запускаете мощное световое копье. Для этого нужно много энергии. Турель. Рядом с вами появляется сфера духов, которая атакует врагов. И удар дух выносите врага мощный размашистый удар. Усиленное пламя. Ваше пламя пылает, все враги в поле зрения загораются и получают... Это у нас уже есть. Даже не знаю, давайте турель, мне кажется, нам пригодится, когда нас будет запирать опять. Скоростная турель, хорошо. Я ведь не всему смогу тебя научить, например, тому, чего я сам не знаю. Но я слыхал о месте, где хранятся знания, старинные знания духов. Но вход туда откроется только самым наблюдательным. Желаю удачи. Знания духов. Господи, как много всяких... Короче, дайте сразу объясню, почему я не всегда и хожу по всяким дополнительным ответвлениям. Потому что я стараюсь думать еще о том, как это выглядит со стороны, как за этим наблюдать, интересно или нет. Поэтому мне не всегда есть маза идти куда-то, показывать такой долгий путь. Это просто отдельный выпуск получится. Пока не уверен, что мне туда есть маза идти. В общем, понял, да? Ты понял или нет? Молодец. Игра сохранена. В целом, знаний-то так не очень много. Ну, наверное, для них это много. Опа, смотрите. Живительная водичка. Что нам сделать здесь? Что нам? Еще загадочное семя. Интересно. Смотрите. Как бы нам... Смотрите, что? Слышите звуки эти? Вот это вот мерзкое нечто смотрит на нас. Вот. И куда мы пришли? Нам надо сюда. Да! Спасай нас, умница! Как это было неожиданно! От нее и смрад! Я думаю, надо... Идем же, поспеши. Надо валить, я думаю, да, это хорошая идея. Есть. Давай.
О, мои любимые моменты начинаются. Ничего, мы ко всему подготовлены морально. А, да, главная тема Ори начинается. Есть! У-ху-ху-ху-ху. Естественно, бегом, бегом, дружище, мой маленький, давай. Схватились! Плохо! Вот это обидно. Я хотел все с первого раза пройти, почему ж не получается? Ну так устроено все. Давай, скорей. Сейчас как-то медленнее иду. Короче, там надо было вниз идти, а я почему-то подумал, что нужно наверх, раз эти штуки наверх тянутся, крутятся точнее. Ладно, со второго раза точно получится. Прекрасно идем. Понятно. По фонарикам. Блин, сложно, оказывается. Не так просто, как я думал. Есть. Хорошо. Прекрасно. Получается, из-за того, что растение вот это стрёмное вышло из своего, не знаю, места. Ой. И именно из-за этого вода пошла. Оу. Как было близко к шипам. Фух. Так, вот он. Момент истины. Сюда. Есть. Блин, а? Еще и траекторию надо угадывать. Ладно, сейчас же получится. Давай быстрее, шевулачью. Пока неплохо идем. Почему не прыгает? Будто там встрял немножко. Оу! Прям хлебнул. Ну давайте, ребят, все. Шутки кончились. Давай. Есть. Прошу тебя. О! Ладно, не с первого раза, не с первого, конечно, но все-таки мы смогли это сделать. Эти моменты прям... Такое приятное ощущение оставляют всегда. У нас получилось. У нас, блин, получилось. Но растение не подохло, да, кажется? Оно вот туда только что нырнуло. Вода снова течет. Быстро и чисто. Чисто и быстро. Смелости тебе не занимать. Смелости и мокрости. Надо рассказать Квалоку. Сегодня счастливый день для всех обитателей Топи. Ага, тихо, мельница, вода течет. Мельница работает. Порадуйте Квалока этой новостью.
О, нам нужно, в общем, вернуться к нему будет. Благо, здесь есть колодец. Друзья, на этом мы с вами остановимся. Это хорошее место для паузы. Порадуем Квалока в следующей серии. Мы уже себя порадовали, это самое главное. Огромное всем спасибо. Если вам понравилось, то шлепните лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК, в Стиме, подписывайтесь на мой Инстаграм. В общем, все ссылки будут в описании. Не забудьте про колокольчик, когда будете подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео по Ори и другим играм, которые я буду проходить. С вами был Юджин, и всем 5!